Сегодня участники клуба «Ак Колпак» собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопрос развития татарской культуры. Клуб был создан год назад и с тех пор активно занимается популяризацией татарских традиций. Какие вопросы были подняты на заседании? Подробности в нашем следующем сюжете. Клуб «Ак Колпак» был создан в 2023 году со дня создания жамбылского филиала РОО «Казахстанский конгресс татары-башкир». С тех пор он активно развивается и привлекает все больше участников, заинтересованных в сохранении и продвижении татарской культуры. Целью сегодняшнего мероприятия является популяризация национальной культуры и традиций татарского народа. Это способствует укреплению межнационального сотрудничества и взаимопонимания. У нас сейчас одна проблема – стране, так как кругом процветает, буду говорить так, расточительство, вандализм, коррупция, буллинги в обществе, мы не можем оставаться в стороне. Наш президент Токаев на Курултае и на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана одним из главным вопросом выделил, что если за эту работу возьмется совет матерей, а мама – главный человек в воспитании любого ребенка, любого гражданина, и главный человек в семье по воспитанию, да, думаю, что мы искореним все вредные привычки на сегодня, которые у нас имеются в обществе. Клуб организует встречи с представителями татарской диаспоры, а также представителями других национальных групп. В ходе этих встреч участники клуба обсуждают актуальные вопросы сохранения и развития татарской культуры. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.